Сирии достаточно, да, то есть, но она очень жесткий человек, очень жесткий. Жесткий? Жесткий, да. То есть такая категоричная. Твердая. Твердая. А, твердая. Лея, ты βάζεις τον προβλημάτων τρόπο το κυκλοφορικό και στην ηλικία σου με, αυτό το, με αυτές τις ενδείξεις δείχνει ότι είσαι δίσκαμπτη. Да, добиться, то есть такими вот такие сосуды, такое сердце добиваются того, чего они хотят. Окей. Поняла? Это мы сказали, да? Переведи. Переведи. Высказанных мыслей много. То есть при всем при том, что она вроде бы и говорит, но все-таки что-то остается внутри, что-то ее там подъедает. То есть не все говорит, что должна говорить. И это ее мучает и угнетает. Лею ты дзен леш ола у. Но мы же прямо на пейс. Δηλαδή, ότι αρκετά πράγματα κρατάς και σε ταλαιπωρούν, τέλος πάντων. Часто принимает решение сердцем, а не головой. Λέει ότι πολλές φορές, αν και είσαι δυνατό μυαλό, λέει ότι πολλές φορές παίρνεις αποφάσεις συναισθηματικές. Выдержки нет, то есть нету выдержки, то есть что такая-то ситуация случилась, все. Нужно посидеть, подумать, а что если будет так, а если будет так, то есть у нее такое на эмоциях очень много, и поэтому это как бы жизнь ее портит, потому что она очень многие решения принимает эмоциями. Лею, ты, Анна, катернажишь лигу тин синестематики форти, чин апохуэстис апохуэстис капис по пэрнис, та фэри ритмос ти жои шо, опиш са фэлис поли. How you see that from what organs? Подождите, вы записывали, вы сидели писали. Лей, кафосуста? Это вы должны рассказывать мне. Я вам экзамен завтра сделаю. Лей, в сторону засрудали. Эгэ, это матрима. Вы читаете, смотрите, думаете. Нарушенная ферментация, скрытная, такая, ну вроде бы и много говорит, но ничего не говорит. То есть такая замкнутая довольно-таки, при том, что говорит много. Про себя она мало что рассказывает. Поняла? Про себя? Да. Лею, не. Много говори, но ничто не можешь да разбереш от това, което казва за нея сама. Остава, тя самата остава скрит. Лей, ти си типус антропо, ο οποίος мπορεί να πει πολλά με τους ανθρώπους, ουσιαστικά θέλει να πει ότι είσαι κλειστή. Γιατί με ποιον τρόπο. Από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συζητήσιμοι, δηλαδή συζητάνε με τους άλλους και τέτοιο, αλλά δεν λένε τίποτα για τον εαυτό τους. Λένε πολύ λίγα για τον εαυτό τους. Эмоции идут впереди желания. Желания, есть желания, но ты не успеваешь за ними. У тебя новые желания. То есть не успеваешь что-то это. Ну, я не говорю, что она там сегодня фотографией занимается, а завтра в горы полезла. Нет, это касается каких-то мелочей. Лею ты о мялокшу. Значи, не говори за някакви големи желания, за малки неща, но се прави едно, после малко друго нещо, после не достигнала още това, което си искала, вече мисля за нещо към друго. Лега ти при на еквилироси с мия епитемия шу ке мия ене диаферон шу, бе ми се епомен. Гляди, от иди полна по се диаферон, ке ерходе διαδοχικά και πολλές φορές χωρίς να έχεις ολοκληρώσει πρώτο το οποίο σε επιβαρύνει γιατί απλώνεσαι σε πολλά θέματα. Но если она, это действительно, ей что-то интересно, то она будет в этом ковыряться, докапываться до истины. Она всех, она меня измучает, Александру измучает, но она сделает так, как... Але лей, с темата, то опять се ενδιαφέρουν, επενδύεις πάρα πολύ ενέργεια και δεν έχεις εμπόδια. Δηλαδή προσπαθείς να φτάσεις σε πολύ βάθος.
Ну, есть вещи, которые я, ну, если она попросила, я говорю в эфир, да, но есть вещи какого-то характера такого, я бы не хотела, чтобы про меня какие-то вещи говорили, да. Ну, раз она сказала говорить, я говорю, чтобы никто не обижался. Она дала, тя ти разреши да всичко, което каже Елена, да го чуем и ние. Тоест с нейното разрешение, информацията, която вижда. Елей, епиди, лези тази сигноми, анден ареси кати, чоколата, лей, и телешуан, бореки на ми певки места. We want the wrong ones, the good ones. The wrong ones, not the good ones. The bad side. You want to see bad side, your bad side. Of course, da. I need to improve. Она хочет еще плохо о нее говорить. Это все было хорошо, она хочет плохо слышать. Нет, дело в том, что почему я как бы... Она очень обижена на мужской пол. Я не знаю, один мужчина ей, или два, или пять, или все сделали больно. Она очень сильно на них обижается. Обида на мужчин у нее очень сильно присутствует. Или это папа, или это брат. Или это мужчины, которые ее, я не знаю, я этого, но именно на мужчин. Лею, ты есть в этот момент, мне адрес, а секремена, и не капишь в тебе я в то, бори не патерас, бори не адельфос, бори не не капишь в тебе. Твой то ли на грецкий? Лей, ты говорил, что ты можешь то адельфос. Ты имаешь такое? Отсюда проблема. Отсюда проблема. Не съм видела такава папка, сега виждам за това. Громко кричать тебе нужно. Ну, то есть ей очень громко нужно кричать. Когда она ругается, она должна очень громко кричать. Выкрикивать эмоции. А, лей, треба на, по што лено, ота се кај, ота се плити кади синестоматика, треба на то вгазиш ово месо, треба на то лес, на то танеш по телу, чо по скали ора ти се пистимис ки та тема да пусен диафер, та скализиш ме грителюш. И ничего не хочет слышать, глазами смотрит, а сюда в уши ничего не хочу слышать, вы мне все надоели, все, я ничего не хочу. То есть она что-то делает, ну, είναι когда... πολλά που δεν θέλεις να ακούσεις. Δηλαδή δεν έχεις... Δεν θες να τα ακούσεις. Δηλαδή ακόμα και όταν τα ακούς, κάνεις, έχεις φίλτρο. Ну, очень сомневается в правильности своей жизни, в основе своей жизни, очень сомневается, чем она занимается. То есть она такая, при всем при том, что она очень жесткая, но сомнения ее периодически... Правильно ли она оделась, правильно ли она выбрала специальность, правильно ли она купила ноутбук. То есть она сначала принимает решение, а потом думает, надо оно мне или нет. Сомневает. Λέει ότι γενικώ έχει κάνει σωστέ σε κάποια πολύ έτσι βασικά πράγματα, κάνει σωστέ επιλογέ. Δηλαδή έχει κάνει και μπαίνει βαθιά στα θέματα δηλαδή τη. Το εργασιακό, το ό,τι σε ενδιαφέρει, το πιάνεις, δηλαδή πολύ σωστά. Φέρνεις σωστές αποφάσεις για κάποια πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται με πολύ με συναισθηματικά θέματα. Πού είστε εγώ κάτι σκέμπτε παρουγάλες? Выдох, и дети поцелуют. Все. Прощать очень быстро. Очень быстро прощать. Научиться быстро прощать. Лей, когда се кати таражи, когда се кати тимони, θα се βοηθήσουν πάρα πολύ, ασχέτως που τα λέει έτσι, θα се βοηθήσουν πάρα πολύ οι τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης. Διαλογισμού και λέει ότι θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ να συγχωρείς λάθη δικά σου, των άλλων ανθρώπων, το οποίο θα σου φέρει ηρεμία και ίαση. Потому что твой организм накапливает токсины, пока он накапливает токсины. Потом он начнет накапливать камни, потому что ты накапливаешь обиду и непрощение.
потом еще что-то, а потом это может закончиться очень плохими вещами. Λέει, γιατί λέει ο οργανισμός σου έχει την τάση να συγκρατεί τοξίνες. Δηλαδή τα κρατάς για πάρτι σου, δεν έχει καλύτερη επιλογή. Και πώς το λένε. Και λέει μετά από τις τοξίνες αυτό μπορεί να γίνουν πέτρες, μπορεί να γίνουν ασβεστώματα κτλ. Και λέει στο τέλος μπορεί να φέρουν σοβαρά θέματα στην υγεία. Быть намного добрее, не надо быть такой жесткой. Есть варианты, когда нужно бы действительно принимать жесткие решения, но в душе хотя бы не сердиться так на людей, как она умеет сердиться. Все, я не хочу тебя больше видеть, все, до свидания. То есть без компромисса. Είσαι απότομη με ανθρώπους. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει. Με τους δικούς σου, στην οικογένεια, με κοντινούς ανθρώπους. Είσαι απότομη. Στους πολύ κοντινούς μόνο. Πολύ κοντινούς. Γιατί με εμάς δεν είσαι προφανώς και φαίνεσαι και πάρα πολύ ήπιος άνθρωπος. Αυτή λέει, μου το ξαναείπε και ξέχασα να το πω. Λέει ότι είσαι απότομος άνθρωπος. Και ότι. Σρότσινο άνθρωπος. Σρότσινο και ότι πρέπει να παρακολουθήσει και να. Γιατί θα σε βοηθήσει, δηλαδή λέει ότι είναι στάση άμυνας την οποία πρέπει να την βγάλεις από πάνω. Γιατί έχεις ποιότητες οι οποίες δεν χρειάζονται. Но она будет в семье деспотом. Если будет муж ее такой мягкий, как мама, то она его будет. Муж, где мое место? Где твое место? Под кроватью, любимая, да? Будет примерно такая ситуация. Поэтому нужно быть с людьми, которых ты любишь, да, может быть, нужно какие-то элементы жесткости, но это элементы. А в основном это должна быть мягкость, доброта, спокойствие, смирение, понимание и прочее. Лея, я просто так, как это лене, препина, лея, ты та истере авторхики, ке мето сизиго, телес понту, почему ты? Ке телес понту, ке лея, ты генекос, το να μαλακώσει τον χαρακτήρα σου δεν θα σε χαλάσει, δεν θα σου αφαιρέσει, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και θα σε βελτιώσει, θα σε πάει σε άλλο επίπεδο. Очень часто страдают самые близкие родные люди, которые любят тебя и которых любишь ты. Но когда у тебя плохое настроение, получают они. Ну не должно быть такого. Когда у тебя плохое настроение, открыть кран водички, подойти к зеркалу к умному человеку, в воду все рассказать, умному человеку все рассказать и все. Эти люди, которые любят, их нужно носить на руках. А если они делают какие-то, все живые люди, погрешности, это должна быть беседа. Беседа, она правильно построенная беседа, она намного больше сделает, нежели. Λέει ότι όταν αγαπάς τους ανθρώπους, τους κοντινούς ανθρώπους που τους αγαπάς, πρέπει να δείχνεις, να έχεις την συμπεριφορά ακριβώς αυτή που το δείχνει. Έτσι. Όταν υπάρχει λάθος από τη δική τους πλευρά, που όλοι κάνουμε λάθη, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξεις μηχανισμό συζήτησης. Δηλαδή, πριν να θυμώσεις, να αρχίσεις να συζητάς. Μπορεί να το συζητάς 3 ώρες, γιατί παίρνει περισσότερο χρόνο από να θυμώσεις, να φωνάξεις, να βγάλεις, ας πούμε, απότομη συμπεριφορά. Αλλά όταν αναπτύξεις αυτό το μηχανισμό, ακόμα και να μην προλάβεις να το συζητήσεις, δεν θα έχει αναπτυχθεί ο θυμός. Έτσι. Οπότε πρέπει να δουλεύεις σε αυτό το πράγμα, σε μηχανισμό συζήτησης. Я την ώρα του θυμού. Расскажу про свою семью. Ну, у нас так построены отношения. Когда я сажусь, неважно с каким членом семьи, кто что сделал, да, мой сын всегда говорит: мама, лучше ударь. Он не может, ему 31 год, он сидит и его аж вот так вот. Он всегда говорит: мама, ударь меня, не ругай меня, ударь меня. То есть настолько моментально кладется человек. И он никогда не сделает, не повторит этого, потому что он знает последствия. То есть я объясню, почему так делать нельзя. Это последствия плюс
интересы семьи какие-то ущемляются или еще что-то. То есть никогда не повторится эта ошибка. Цели на пиаш, лей это никогда нет. Лей о Йош, Йош, ты сопью сын 31, 31 это. Λέει ο γιος της όταν κάθονται, ξέρω, όταν έχει κάνει λάθος και κάθονται, τον κάθεται να του τα πει, να το συζητήσουν, ο γιος της κάθεται έτσι και λέει «Μαμά, χτύπαμε καλύτερα». Δηλαδή, γιατί λέει συζητώντας, του λέω ξέρω, για τις συνέπειες, ξέρω, σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο, λέει δεν έχει επαναλάβει ποτέ το λάθος που έχει κάνει. Αλλά λέει «Το συζητάω τόσο πολύ, όπου με παρακαλάει να το χτυπήσω». Λέει, θέλει να πει ότι έχουν αποτέλεσμα οι συζητήσεις. Μπορεί να πέσουν κάποιες φορές πιο δύσκολα στους ανθρώπους, αλλά έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μειώνει τις εντάσεις τις αυριανές. Λύνει θέματα δηλαδή. Есть очень такая хорошая притча, я сейчас расскажу, я люблю вообще притчи. Приходит Приходит отец, сын к отцу и говорит: «Папа, я бью свою жену. Я ее так бью, я не могу ничего с собой сделать, я ее бью. Как мне, я вот хочу, чтобы у нас была нормальная семья, как мне перестать это делать?» Мой отец говорит: «Когда ты каждый раз хочешь ударить свою жену, возьми гвоздь и в забор его забей». Хорошо. Приходит опять сын к отцу и говорит: «Папа, говорит, на моем заборе нет ни одного места, все в гвоздях. Но я больше не бью жену, все, я перестал ее бить. Но теперь я хочу на нее кричать». Он говорит: «Кричать? Ну, ругать, кричать». Викам. Да и викам. Викам. Он говорит: «Хорошо, когда ты хочешь на нее кричать, вытаскивай один гвоздь». Проходит какое-то время, он говорит: «Папа, говорит, я не бью свою жену, я не кричу на свою жену, но у меня забор, его нужно менять, он весь в дырках, он такие дыры везде». Дубки. А он говорит: «А ты можешь себе представить, что творится с сердцем твоей жены? Он в то сердце и душа этой жены в такой же дырке». Понимаете? Что мы делаем? Мы сидеремся, кричим, каждый раз остается дырка. Поэтому только беседа, всегда беседа намного действеннее. И это действительно воспитательный момент, а не когда. Just tell me the last one. What is in his this what was on the wall? Would be on. I heard all the story. Don't tell me all the story. I understood it. The last one. The things that were on the wall would be in the heart of his... Yes. Okay. There was the holes. Λέει, λοιπόν, η ιστορία είναι, πάει ο γιος στον πατέρα του και του λέει: «Μπαμπά, λέει, θέλω να σπάσω την γυναίκα μου στο ξύλο, με εκνευρίζει κάθε φορά, κάθε τρία λεπτά θέλω να την δείρω». Και του λέει ο πατέρας, κάθε φορά που θες να την χτυπήσεις, κάρφισε ένα καρφί στο τοίχο. Λοιπόν, έρχεται μετά από κάνα μήνα ο γιος του και λέει στον πατέρα, λέει: «Πατέρα, λέει, δεν θέλω πλέον να χτυπήσω την γυναίκα μου, αλλά λέει όλος ο τοίχος του σπίτι μου είναι γεμάτος καρφιά. Και λέει τώρα όμως μου έρχεται, ξέρω, να την βρίζω κάθε τρία λεπτά, τέλος πάντων». Του λέει ο πατέρας του: «Εντάξει, λέει, κάθε φορά που θες να την βρίζεις, πιάσε τα νάλια και βγάλε τα, από ένα τέτοιο, παιδί μου, από ένα καρφί». Μετά από ένα μήνα έρχεται ο γιος πάλι στον πατέρα του και λέει: «Ούτε θέλω να την δείρω, ούτε θέλω να την βρίζω. Αλλά λέει τώρα ο τοίχος είναι γεμάτος τρύπες, είναι χάλι, είναι γεμάτος τρύπες». Και γυρνάει ο πατέρας του και του λέει: «Βλέπεις, έτσι δεν ήτανε οι καρδιές σας, αν είχες κάνει αυτά που σκόπευες να κάνεις, καταλαβαίνεις». Βασικά, όχι, είπε συγκινητικά. Λοιπόν, έτσι και ήταν η καρδιά της, αν είχες βγάλει όλη την κακία σου πάνω της. Δεν έγινε χάσει τίποτα. Όλο τρύπες. Έλα, βέβαια.
И вот так заканчивается любовь. Почему очень многие семьи, такая была любовь, такая свадьба, такое все. Люди не умеют уступать, не умеют прощать, не умеют понимать и так далее. И что? Сначала она в свою сторону, он в свою сторону. Потом скандалы, до свидания, страдают дети. Лепош, когда вы становитесь с семьей, начинаете с агапи, с эрота, какие отношения, по сути, с гамус и разные хорошие вещи. И они каталигуют, лого των λάθος μηχανισμών συνύπαρξης και επικοινωνίας καταλήγουν σε άλλες πλευρές, καταλήγουν είτε συνυπάρχουν, αλλά απλά συνυπάρχουν χωρίς να επικοινωνούν. Δηλαδή δεν κτίζουν τη σχέση, αλλά την διαλύουν ουσιαστικά. Поэтому семья συνύπαρξης. Это большая работа, это намного больше работы. А любовь – это то чувство, которое нужно в себе поддерживать. Если вы только один раз скажете «все, он мне надоел, все», это уже программа, уже пошла программа. Как бы вас ваш любимый мужчина или ваша любимая женщина не доставала, но я же ее так люблю. Так, почему она так поступила? Ну, потому что я там что-то… Всегда все можно объяснить, все можно объяснить. Почему начинают изменять мужья? Что-то жена делает не так. Да, мужики, они полигамные, понятно, мужчины полигамные. Но если комфортные условия в семье, ему никогда никто не понадобится. И точно так же, почему женщины ищут что-то на стороне, потому что муж не дает этого. Кто-то денег, кто-то секса, кто-то внимания, кто-то любви, ласки и так далее. То есть человек всегда идет искать то, чего у него нет в семье. Λέει ότι γενικώς, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά που είπαμε καλά είναι π.χ. της οικογένειας και ότι απλούστατα οι άνθρωποι δεν σηκώνονται ούτε να διαλύσουν την οικογένεια ούτε να πάνε αλλού, πάνε γιατί δεν ξέρουν να λύσουν το θέμα εκεί που είναι, αλλά πάνε να το λύσουν αναπληρώνοντας από αλλού τα κενά. Και γιατί δεν έχουμε το θάρρος και τον τρόπο και τους μηχανισμούς να λύνουμε τα θέματα εκεί που είναι. Αυτό. Поэтому семья это самое дорогое. Работа это супер. Но никогда ничего не заменит семьи. Да. Понятно, что нужно зарабатывать деньги, чтобы семья кушала и так далее. Но если у вас действительно понятие семья, то вы изыщете резервы. Пойдете улицы подметать, но ваша семья никогда не будет нуждаться. Семья – самое главное. Мама, папа, дети, муж, родная там брат, родная сестра. Ни соседи, ни друзья, ни коллеги. Либо тогда не может изменить την οικογένεια. Дальше, ότι ούτε να την αναπληρώσει. Καμία δουλειά, καμία καριέρα, ότι είναι ένα... Και ειδικά να την καλλιεργείς με σωστό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλη η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση το γεγονός ότι να συνεπάρξεις με ανθρώπους και να βρίσκεις σωστούς, να έχετε ωραίες σχέσεις. Смотрела передачу, какая-то там по какому-то каналу, просто вот так вот клацала, и мне остановилась на том, что что-то они говорят за семью, совместные ужины и так далее. Оказывается, когда семья собираются вместе вечером за обедом или за ужином, все вместе кушают, это очень долгие отношения. Но когда долгие отношения, то есть это общий стол, это всегда супер. Но когда так, он пришел тогда, жена пришла тогда, он покушал отдельно, она отдельно, детей еще где-то когда-то покормили, то есть эта семья уже на распад начинает идти. Это психологи так говорят. Нужно вместе спать, как бы там ни случилось муж с женой. Как бы вы ни поругались, вы должны спать в одной постели. Вы должны кушать за одним столом в одно и то же время, как бы вам ни хотелось. Муж придет в 12, а вы пришли в 5. Значит, перекусите и сядьте с ним покушайте. То есть так должно быть. И дети, и родители должен быть конгломерат. Λέει ότι γενικώς ένα πράγμα που έχουν κάνει ανάλυση
τώρα πρόσφατα διάβαζε και οι ψυχολόγοι, είπαν ότι χάνονται πολύ εύκολα οι οικογένειες οι οποίες σταματάνε να, όταν σταματάνε να τρώνε μαζί. Γιατί λόγω δουλειάς και για διάφορες άλλες, με διάφορες άλλες αφορμές, σταματάνε να τρώνε στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή τρώει η γυναίκα στη μία, έρχεται ο άντρας στις πέντε. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή με τις τόσες απαιτήσεις που υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνεται. Ναι, γίνεται το πολύ καμία κυριακή. Αυτό που γίνεται και οι δύο είναι μεγάλο πρόβλημα. Και πίσω στο τραπέζι που τέλος είναι άσχημα πράγματα, τα τρώμε. Και λέει ότι είναι αυτό και ότι πρέπει να κοιμούνται μαζί οι σύντροφοι. Ό,τι και να έχει γίνει, είτε έχουν μαλώσει, είτε τέτοιο, δηλαδή πρέπει να κοιμούνται μαζί. Ότι είναι ενεργειακά τρόπος να ισορροπήσουν τα πράγματα. Πρέπει να κάνουν διαλογισμό. На сегодня заканчиваем, завтра в 9. Опять включили, что прибавит. Телос. И мне все прибавит. Все зависит не от жены, а от вашей совместной работы. Нет, у нее женская работа, у вас мужская. Если вы вместе создаете. Потому что, подожди, я закончу. Потому что вы делаете программу своим детям. Ваши дети – это точная ваша копия. Как вы поступаете, они будут делать такую же модель семьи в своей будущей семье. Лей, что... Лей, что... Вазика, что...